Всем привет! Сегодня на обзоре крутая игра, шахматные гонки. Давайте посмотрим, что это за штучка такая красивая. Здесь вот в конце есть об игре. Король белого города узнает о проведении крупного шахматного турнира в 39-м царстве и хочет выбрать самого достойного из вас, но не может определиться. И тогда он придумывает испытание. Давайте узнаем, что за испытание. Вот прям при вас открываю, видите, как вся запечатана с бока. Очень красиво исполнено, пропечатано очень качественно. Так, до свидания. Такая коробка. Здесь, видимо, много чего есть. Какие-то карточки, сейчас мы узнаем. Прям 39-е царство не хочет открываться. Так, это мы пока уберем в сторонку. Смотрим, шахматные гонки в лесу. Есть правила с описаниями, что за игра, состав, что включает. Карточки, воу, всякие коньки-горбунки, компас, змей Горыныч. Ну, в общем, битва будет, как я так понял, вообще крутая. О, есть еще неприятные сюрпризы, которые начинают действовать сразу. Дерево, медведь, туман, разбойники, капканы, болото. Если, например, попадаете в болото, пропускаете два хода. Так, сзади написано, как ходят фигурки и ответ на вопрос. Я их вам не покажу. Так, это что за какой-то диплом? Диплом. О, вот это поворот. Настолько такая большая игра, что стыки не влезают. Так, такое большое игровое поле. В общем, такая бродилка, как вы видите, даже близко не 64 на 64. Так, это мы пока уберем, а побольше. То есть я попробую вот так и сяк показать, и слева, и справа. Всякие пушки тут, умка ходит. И всякие вот такие вот. Давайте двигаться дальше. Что у нас еще есть? Что за карточки? Вот. Джокер. Сразу джокер сверху. Хрумс. Так, есть джокеры, пушка, дудочка, крот, компас. В общем, бензопила, смотрите, то есть тут, видимо, 18+ будет. Кошка, вот. Если есть котики в игре, это значит самое крутое. И пустая клетка, обратите внимание, очень похожа на какой-то Майнкрафт. Чисто этот, квадратно. Сапоги, скороходы, жар-птицы, медведь. Ну, в общем, вот, все для вас. Мне не жалко. Так, поскольку игра шахматная, куда без шахматного движа, здесь есть задачки, вот сверху смотрю мат два хода, то есть если вы, может быть, не решаете задачку, то вас съедает, например, медведь. Поэтому, ну вот, надо, получается, потренироваться и что-то знать про шахматы, да, прежде чем играть. Вот мат два хода, мат в один ход, может быть, что-то еще есть. Так, посмотрели. Дальше опять есть какие-то штучки из Майнкрафта. Так, и кубик. Кубик, смотрите, обратите внимание, шахматный вот такой вот со всех сторон. Разный. Это, видимо, какая фигура будет ходить, что ли. И есть кубок обычный, это, видимо, для слабаков, кто не умеет играть в шахматы. Так, и финальное, это вот такие дудилки. Их как конусы можно одевать и бегать. Вот такая вот игра очень интересная. Значит, стоимость поиграть в этой игре 1 миллион долларов. Кто хочет, пишите в описании, обязательно сыграем. О, смотрите, как сзади еще вот такая вот штучка. Может быть, выбирать. Может быть, выбирать, в какую типа дверь попадешь, в такую прячешься. Кстати, интересно. Но это надо читать в этом, в описании. Супер, вот такая коробка пустая. Сзади еще раз описание. Давайте прочитаем второй абзац. В этой коробке уникальная шахматная игра. Чтобы добраться до финиша и сесть на корабль, вам придется преодолеть сказочный лес, наполненный приключениями и опасностями. Выбраться из болот, избежать капканов и победить разбойников вам помогут жар-птица, конек-горбунок, которого мы с вами видели, и другие сказочные персонажи. Самое любопытное то, что каждый ход фишка игрока передвигается как одна из шахматных фигур. Воу! Это прям совсем может быть интересно. То есть, если у меня конь, я могу перепрыгивать всяких медведей. Но это надо почитать. А какая именно определяется броском кубика? А, все, то есть фишечка-то, она у всех фишечка, но если я кину и мне попадается лошадка, то я прыгаю. Блин, так это гениально. Наша игра для детей, знающих, как ходят фигуры, и для взрослых, которые легко могут этому научиться. Пойдет. И обратите внимание, вот здесь вот состав, и что мне безумно понравилось, что 64 карточки тире сюрприза. Все очень-очень символично. Ну что, спасибо за внимание. Кому такая игра понравилась, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, колокольчик жмите возле кнопки подписка. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.